наступает расцвет, перестройка, расцвет, ускорение и прочее Союза московских архитекторов и Центрального дома архитекторов. И одно из важных событий, к чему Денис непосредственно приложил свою руку, это цикл лекций, не просто лекций, встречи с нашими живыми классиками, живыми, здравствующими, процветающими. Слава Богу, все практически дожили до сегодняшнего дня, причем в полном здравии. Начало года у нас началось с отмечания 80-летия Владимира Дмитриевича. 80 лет же было. 80 лет. Да. А я с Владимиром Дмитриевичем познакомился, как мне помнится, 30 лет назад в городе Новгороде, Великом Новгороде. Мы проводили семинар международный по какой-то градостроительной, ерунда, архитектура, в общем. И представьте, Владимира Дмитриевича 30 лет назад, он сейчас-то конь такой, с напором невероятным. 30 лет назад это не знаю, король Москвы, России, Великого Новгорода, ходил, представляете, цацки все нацепит на себя, а он собрал всех лауреатов. Он лауреат, заслуженный, народный и прочее. И вот 30 лет назад уже этот человек был в невероятной силе и в невероятном фаворе, по крайней мере, среди архитекторов. И вот годы идут, вроде бы мастер советской архитектуры благополучно вошел в другую эпоху, а мастерство только прибавилось. Удивительно, вроде бы может идти по накатанному пути, да? Тем более приемы, чисто красильниковские приемы, отработаны до мелочей. А нет, все равно вот какое-то совершенство. Совершенствуется совершенство свое постоянно. Любой объект – это Красильников. Сразу видно, Красильников – это он. Поэтому очень рад, что этот цикл начинается именно с Владимира Дмитриевича, на мой взгляд, величайшего мастера советской архитектуры, величайшего мастера. Не просто по документам, что он народный или заслуженный, а это действительно мастер. Поэтому Денису слово передаю, а сам побежал. Побежал работать на благо СМА. Давайте скажем огромное спасибо Николаю Ивановичу Шумакову, председателю Союза московских архитекторов, за то, что он сегодня смог сюда к нам прийти, несмотря на болезнь, и сказал такое прекрасное вступительное слово. Ну, а я хочу пригласить на сцену уже непосредственно Владилена Дмитриевича. Немножечко хочу кратенько его вам представить. Владилен Дмитриевич Красильников родился в 1932 году в Москве, кандидат архитектуры, профессор, окончил Московский архитектурный институт в 1955 году по специальности архитектор. Работал долгое время в институте Гипротеатр, а сейчас возглавляет товарищество театральных архитекторов. Автор более 20 различных построек. Ну и, конечно, автор огромного количества замечательных построек не только в Москве, но и на территории бывшей СССР. Ну и первый вопрос, который я буду задавать всем нашим гостям, которые сюда пришли. Владимир Дмитриевич, почему вы выбрали именно архитектуру? Ну, это трудно сказать. Трудно сказать, почему. Так получилось. Сидеть с товарищем в школе в 10 классе на одной парте, он сказал, что если знаешь, что есть архитектурный институт в Москве. А я сам москвич, но Москва меня занесла на юг, и школу я окончал в Краснодаре. Вы где-то в Майкопе, да? Вот, в Краснодаре окончал. И он попробую. Оказалось, еще одна женщина приехала из Москвы, и
она кончила архитектурный институт и взяла меня на подготовку рисунка. Рисовать голову. Ну, это жуткое дело, конечно. Это, в общем, наверное, не самое дело моего. Тяжелое дело, конечно, рисовал я плохо, заведомо. Когда приехал в архитектурный институт, там, вы все помните, вывешивается, значит, двойка, тройка, четверка, пятерка, голову, помните, да? Ну, двойка я понял еще, почему двойка, но почему тройка, почему четверка, я отличить не мог. Это вот, вот такой стадии. А как вот, собственно, начался вот ваш творческий путь? Вот из вашей книги я нашел эту совершенно замечательную фотографию, детализацию, да, ваш портрет. И как вот были ваши первые творческие шаги после окончания института, такие вот уже первые серьезные работы? Другая жизнь, что вы делаете? Другая жизнь, чего стоит жизнь в архитектурном институте, это целая жизнь, это... Самые счастливые годы жизни в институте, как потом началась просто обычная такая вертушка. А так это очень интересно. Дело в том, что я попал в руки препедагогу великому, своему учителю, и потом моему другу, который я дружил и работал вместе 40 лет, наверное, да? 40 или 50? 40, может, больше, да. Значит, он пришел у нас в 51 году, и я с ним вместе преподавал лет 30 в институте. Потом я с ним и работал, проектировал, и строили. И потом, когда уже на пенсию, было ему 75 лет, 75, может, 80, нет, 80 бросил преподавать, а умер в 98 умер, так. Я с ним раз примерно в неделю приезжал вечером, был один, мы чай пили, но он еще рюмочку наливал, водочку, он выпивал полную рюмку, а я половинку, так что мы с ним, ей было что поговорить с ним. Нет, это великий человек, это вообще, если говорить... Ну, у разной линии. Но вот кому везет, когда появился учитель и человек, это только учитель должен быть не только там профессии, а жизни в целом. Вот мне так повезло. Я думаю, если что-то мне что-то удалось в жизни сделать, только благодаря ему. А как вот ваша началась трудовая деятельность? Я напомню нашим зрителям, что Владимир Дмитриевич начал, да, свою трудовую творческую деятельность в Институте гипротеатра в 1956 году. И самая, наверное, первая крупная работа, которой сейчас гордятся туляки, это здание Тульского драматического театра. Очень интересное здание, сооружение. Вот вы видите на фотографии, это его современный вид. А вот так оно задумалось в проекте. Насколько я знаю, да, это макет. 60-й год. Здание достаточно долго строилось и... Был, наверное, какой-то очень сложный вот, этап проектирования, изменения проектов, но... Сейчас скажу, я понял, что вопрос понял. Но строился тогда, нам казалось, безумно долго, 10 лет. Теперь я понимаю, что это нормальный срок строительства любого объекта. Ну, особенно в советское время. Это в советское время было. Но первая работа была не эта. Для молодежи, может, интерес, в 56-м году... В начале 56-го я поступил работу в гипротеатре. С помощью своего учителя я сумел удрать из Краснодара, где работал в очень высокой должности. Главный архитектор был руководитель местной экспертизы. Если кто знает, что такое экспертиза, сейчас я когда схожу, мне говорят, а я, у меня написана первая моя должность заведующий бюро экспертизы. Правда, заведующий был я первый, я же и последний. И никаких проектов не было, но должность такая у меня была. Вот. Я сбежал оттуда уже, это было невозможно. И Геннадий Яковлевич Мовчан удалось сделать так, что нам прислали вызов. Вы не представляете, что такое распределение. Распределение, которое полагалось 3 года отработать где угодно. Это, работы не было никакой. Вот он меня взял к себе в гипротеатр.
Я там делал с ним театр в Махачкале. Одновременно мы с супругой делали конкурс. И в 1956 году выиграли этот конкурс. Потом его гипротеатр, кинотеатр. Почему я попал во всю эту полосу, всю театральную? И выиграли конкурс, разработали рабочие чертежи и начали по стране немножечко, иногда его строили даже. А уж когда... А это 60-й год, вот в 60-м году был, вы, наверное, не помните, есть такой был, помните, у нас лысый такой ЦК Хрущев, помните, наверное, да? Нет, не помните. Был такой, да, вот. И он дал указ о запрещении совместительства. У нас все время какие-то события происходят в жизни. Совместительство. И Мовчину, как и всем, которые, педагогам, которые преподавали, пришлось выбирать. Или он уходит, остается на работе, или он преподает только. Но учитывая, что Мовчан преподавал в Ритурм-институте 1930 года, представляете, так? Он с Весниным, сотрудник Веснина, Крубезье знал хорошо, значит, все это сложно. И он, конечно, выбрал Ритурм-институт, тем более очень любил студентов, особенно студенток. Так что все было очень... Он выбрал институт, и зарплата полтора раза выше. Так что вот мы своим приятелем Шурихтером остались вдвоем и вот начали делать вот этот театр. Вот, это. Вот построили его, и когда же мы... А вот еще связано с ним событием. В конце 60-го года мы его сделали, этот проект сделали, мы его за 4 месяца вместе с макетом все запроектировали, его согласовали в городе, и в конце 60-го года был назначен новый министр культуры, вы тоже, наверное, может, не слыхали, Екатерина Алексеевна Фурцева была такая знаменитая женщина, она стала министром культуры, и ей докладывал вот этот проект, докладывал этот макет, который вот сейчас вы видели, кусочек этого макета, он был с подсветкой туда сделан, из целлулоида, все как полагалось в то время. Все, мы, вот мы, я ей рассказывал, крыша снималась, показывал вот эту планировку, показывал, рассказывал, как зал трансформируется, как, ну, снова будет планчик, он же там трансформируется, снимаются перегородки, вот боковые стенки отодвигаются, и зал из 800 превращается в 1400. И тогда сцена арены и так далее, всякие фокусы мы театральные придумали. Вот после этого, собственно... Мы увлеклись. Кстати, на базе этого театра, да, я защитил диссертацию в 70-м году. А в 70-м мы окончили еще. Фотографию не окончил, на защите было не закончено. Фотографии не окончено стройки. Вот все. Как вот... Вот, видите, да. Вот, когда трансформируется целиком. Это было новшество для того времени? То есть аналоги были или это вот было впервые? Оно новшество и для сегодняшнего дня, потому что это первый и, в общем, последний случай в практике, когда за счет карманов шла трансформация театра, и там же еще вот план, снова покажите план, все, кто понимает, что вы видите, пунктир там есть такой, там ведь коробка нависает, вот эта вся. Видите, она там нет опоры. Опор нет. И сделать эту коробку, учитывая вот эту сценическую коробку высотой 25 метров, так, то тогда ведь, ну, опять-таки, приходится вспоминать, вы не знаете, что применение монолитного железобетона было категорически запрещено. Все надо было из сборного железобетона делать. Все только сборное. Вот этот весь театр, проект у нас сделан весь из сборного железобетона. Весь. Было щетка 6 наша, все было сборное, конструкция вот это якобы все сборное. В итоге сборное осталось только плиты перекрытия. Весь театр, весь монолитный. Но вот надо уметь так построить, вот это мы потратили на 10 лет. То есть даже вот этот вот сетчатый потолок, если он монолит, это монолит? Все монолит. На самом деле. Так. Нет, другое, да. Еще раз покажу, как это здание выглядит сейчас. Вот, да, как сейчас. Вы, ну, не, это фотография не сейчас, а
30 лет, сейчас все заросло здесь, все сейчас. Да, сейчас я не так давно был в Туле, там, видел это здание, оно уже, конечно... Елочки там заросли, мы посадили. Ну, полагалось тогда, как у Кремля стены, сажать голубые ели. Да. Привезли с Кавказа ели, ведь у нас же власти начинают помогать вмешиваться в последний момент. И кто-то... Нас учили однажды, если вам срезают смету вдвое, не беспокойтесь, вам еще прибавят сами, начальницы втрое прибавят. Вот у нас на детском музыкальном театре было, что у нас смета была 4 миллиона, а построили мы за 10. И все нормально. Они срезали нам, правда. Это когда срезают хорошо, потому что когда вы срезаете, приходите и говорите, нам же срезали, поэтому нам не хватает. Ну, там еще что-то добавляете. Вот все очень просто, да. Нет, мы там научились, натренировались к этой ситуации там все. Это надо тоже как крутиться, да. Я напомню, что этот проект был удостоен государственной премии РСФСР. Ну и, наверное, следующую постройку, которую вы уже видите и узнали, это детский музыкальный театр имени Натальи Сац, наверное, из интереснейших строений Юго-Запада, Москвы. Неудачные фото, откуда такое вы взяли, я не знаю. Фотография, да, не совсем удачная. Здание было построено в 1979 году. И я вам зацитирую кусочек из новеллы «Моей жизни», которую написала Наталья Сац, о том, собственно, с чем пришлось столкнуться. «По сколько-то часов в сутки, как все, сплю, но не дремлю, ни минуты. И, конечно, стараюсь, что могу доделать сама. Часы в мастерских художников – мое прямое дело. Не сваливаются на плечи дела, казалось бы, мои только по совместительству. Архитектор Александр Александрович Великанов и Владилен Дмитриевич Красильников настаивают, чтобы стены нашего здания были выложены из камня песчаника-ракушечника. Его ищут все, ищут по всей Москве, безуспешно. Но не может быть, чтобы его не было во всем Советском Союзе. Оказывается, есть только в Казахстане. Словно первый листик весны. В сердце моем рождается надежда. И вот, никому не доверяя, сама мчусь на телеграф. Строительство первого единственного в мире детского музыкального театра задерживается. Отсутствие двух вагонов камня песчаника-ракушечника. Очень прошу скорой помощи. И в скором времени два вагона песчаника-ракушечника привозят в Москву». Ну, вот такая небольшая заметочка, вступление к этому зданию. Я могу прокомментировать это. Мы все-таки я провел 8 лет рядом с Натальей Ильиничной, что было скоростное строительство, все-таки за 8 лет построили. Это все-таки рекорд тогда был. И она так не договаривает кое-что, что дело в том, что она... В 56-м году, она же выпустили заключение, ее в 52-м, 53-м выпустили после смерти Сталина. Но она была в заключении в Казахстане, в Алмате. И дружила тогда с Кунаев был кем-то, а потом стал первый секретарь ЦК Казахстана. А карьер мангишлакский, вот этот ракушечник, добывался в Казахстане, в Мангишлаке. И нам нужно было специально распилить его на месте, чтобы получить структуру не соты, а по-другому, распил специальный. И вот специально по указанию Кунаева только там и нам сделали, привезли, то есть она не договаривает здесь. Не договаривает. Нет, с ней вообще, с ней истории было огромное количество. Это интересно, это целые... Вот бывает, так, вы знаете, ну... Повезло, что вот я попал, значит, ну, то, что институт попал, это тоже случайно, но повезло. Так, и оказалось, что я думаю, почему я стал архитектором? Наверное, я не знал, что здесь качество есть, такое-то пространственное воображение. Для архитектора главное – это пространственное воображение. Я не знал, что, оказывается, есть люди, которые его не имеют. У меня был... В институте сидел товарищ, который не знал, что если смотрит стена так, а бок тоже продолжает та же стена. То есть у них плоскостное восприятие, как художник. Я не сразу догадался, десятилетие прошло, что я увидел, что есть люди, которые не понимают план. Он смотрит план, не понимает, что дальше все, не понимает, есть. Вот такая ситуация бывает. Но
Что? Вот Наталья Ильинична была как раз человеком, который пространственного воображения не было никакого. Она была гениальный человек, гениальный. Потому что она же жена, то есть у ней сестра была жена Луначарского. Она была первый комиссар по работе с детьми. Первый комиссар в 18 году. В 22 году, это нигде в никакой воспоминании здесь нет, это она не писала, в 22 году она встречалась с Муссолини. Так? Она это рассказывала и сказала, что самый у нее много было мужей разных, но лучше мужчины, чем Муссолини, она в жизни не видела. Я думаю, что это ей можно верить, потому что она, вот всем женщинам скажу, такого опыта, как у ней было, это невозможно. Она в 20-х годах, в 30-м году с Трингорн ездила, была в Аргентине, была еще, где только не была, все. А все это было, она красавица была, совершеннейшая красавица, но в 30-м году неудачно вышла замуж, мужа расстреляли, ее тоже взяли и вместе с женой Тухачевскую отправили в Сибирь. Она сидела в одиночке, сидела, все это рассказывала нам подробнейшим образом. Ну, человек очень интересный, знающий, умеющий пробивать невероятно. В итоге она все списала, все эти свои все приключения с посадкой, добилась, что она стала, естественно, далее театр. Театр каждому не дадут. Да и сейчас только. Вот почему Фоменко подали поставить? Потому что Фоменко фигура. А так никого театр никогда не дадут ни копейки. И тогда не давали. Она пробила это дело. Пробила. А пробила тоже непросто. Дело в том, что в 1938 году она была директором театра, детского театра, который находится сегодня на Театральной площади. Знаете, где касса Большого театра? Знаете, да, такой есть? Бывали, наверное, кто-то? Молодежь сейчас называется. Да, молодежный театр. Был детский театр назывался тогда. Вот, и она была директором этого театра. А дочка Гришина, Гришин это, вы не знаете, что это такое, это первый секретарь горком Московского был в это время. Это всесильный человек, то есть член Политбюро. Так что это и вот через нее она выход имела. Вот. Так что еще, это не для молодежи. Это вот есть в первом ряду, сидящий у нас капельку постарше, у нас женщина капельку, значит, был такой портрет «Сталин Мамлакат». Видел кто-нибудь, нет? Да, конечно. Помните, да? Конечно. А это САС придумала. САС, я сейчас САС придумала. Она придумала, нарисовала картину. Картину я нарисовал, забыл художник, как называется. Он нам работал здесь, в детском музыкальном портрете рисовал. Так, это был 1939 год. И он вывесил 1 мая картину, вывесила, то есть нарисовала, а выяснила, было получить разрешение. Она подошла к зданию Моссовета, там Хрущев был первым председателем Моссовета, не помню, кем-то, и получила согласие вывесить. На следующий день Сталин проезжал по улице Горького, по театральному проезду, проезжал Сталин и увидел эту картину. На следующий день появилась статья «Сталин и дети», и фотографии, это все. И она в дамках. И она в дамках. И так все время у нее. Так все время она знала систему нашей советской власти лучше, чем Гришин, там кто-то еще. Там, не говоря там всякие Хрущев или там Брежнев. Все она знала лучше. С детства знала все. Так что мы целую... Это кухня. А вот, Владимир Дмитриевич, скажите, почему было выбрано именно вот это место, где сейчас стоит театр? Было ли это связано с тем, что вот на юго-западе развивался такой вот район молодежи после строительства здания МГУ, Дворца пионеров и тогда уже проектируемого цирка по соседству? Цирк уже был построен тогда. Цирк построен Белопольского, был построен. Нет, не эти причины. Просто особенность детских театров, что они не нуждаются в зрителях.
детские театры в советское время, конечно. И, ну и сейчас тоже в какой-то степени распределяются по школам билеты. Поэтому единственное здание, которое могло бы согласиться в этом довольно тяжелом районе для зрителей театра, должно находиться в центре, чтобы были одинаковые расстояния, все, чтобы улавливать зрителя. Там и выделили участок. Но почему он поэтому оказался в этом месте? Но на самом деле не мы начинали этот театр первый с Александра Великанова, не мы, и еще был Володя Орлов. Он умер там потом. Вот, и, а просто до нас проектировали театр. Наша гипротеатрская сотрудница, Чечек, сколько ей сейчас лет? 96, вот она жива. Все, можете проверить. И они делали театр, проектировали фасад. Не могли никак согласовать главопу фасада. Ну, как обычно у нас сейчас такая манера есть. Фасад согласовывать с главопу. Так вот. И они делали, план сделали. Ну, вот нас вызвал директор и говорит, надо помочь. И мы с Сашей, с Володей решили помочь. Но помочь делали не фасад стали рисовать, а весь проект заново перерисовали. Вот нарисовали вот такой длинный фасад, не первоначальный вариант, но близкий, похожий. Тоже был длинный, и были порталы, потому что там фасад был цирк центричный, а мы решили сделать его подчиненный, низкий подчиненный, как парковый павильон. И в главопу тут же его одобрили, и тогда вот Железнатанова волей-неволей отпала, и мы стали сделать, хотя вообще-то должны были заниматься совершенно другим театром. Мы в это время начинали делать малый театр на Трубной площади. Мы после этого его 25 лет делали. А сама Наталья Сац была довольна этой работой? Это вот было какое-то сотрудничество взаимное? Ну, еще мы с ней все годы сотрудничали, все рисовали, особенно вот эти порталы. Это жуткое дело с порталами. Порталы, вот эти порталы, на порталы мы... Вот, уметь надо, и, ну, не всегда соображаешь все. Мы конкурс решили на заполнение портала. Здесь же каждый портал имеет тему. Вот Петя и Волк, там еще она человек литературный. Я говорю, что она пространство не понимала. И она просила нас с первого дня, что она любит готику, что должен быть высокий, низкий, то есть высокие помещения, и должен быть готический. Мы говорили, Наталья Ильинична, мы делаем вам готический театр. Готический делали, все время рисовали готику, да-да-да-да-да-да-да, так все рисовали, все, макеты показывали ей, ничего, и в конец, когда мы уже леса сняли с интерьеров, и она сказала, что же вы, сволочи, меня наделали, какая же это готика, да-да, ну все сошло, все построили, так же с этими порталами конкурс, привлекли мы здесь многих художников и сделали оплошку, привлекли своих знакомых, которых хотели сделать, как нам казалось, лучше. Она подошла, несколько вариантов, подошла и спросила, как вам кажется, какой лучший? Ну, мы с дуру сказали, какой лучший, как нам казалось. Думали, она пошла, она сделала прямо противоположное. Выбрала самый худший из того, что там было. И вот так мы потом лет 5 с этим чикались. Сейчас думаю, что делать сейчас, потому что сейчас тоже нависла страшная угроза. Пришел новый руководитель в театр, и там решили, сказали, что есть мода делать на керамогранит на фасаде, демонтировать все стены, сделать утеплитель и сделать красивым керамогранитом китайским. Вот мы сейчас провели огромную работу, вроде доказали, что этого нельзя делать, но чем кончится, неизвестно. Ну, надеемся, что все кончится хорошо, не как с Тульским театром, который, к сожалению, был облицован новым материалом, хотя не потерял от этого свой эффектный вид. Там-то можно было что-то сделать, потому что там, по крайней мере,
Ну и следующая, наверное, постройка, к которой хочу перейти и спросить вас, это цирк на Цветном бульваре. Небольшую историческую справку. Где-то раскопали такое. Да. Это фотография, я нашел конца 19 века. Это фасад, который делал еще Август Вебер для цирка Альберта Соломонского. Собственно, это здание, которое открылось на Цветном бульваре 20 октября 1880 года. Впоследствии этот фасад неоднократно перестраивался. В 19 году с приходом советской власти цирк был национализирован и стал первым государственным советским цирком. Вот фотографии уже советского периода. Здесь уже, наверное, многие узнают и соседний кинотеатр центральный на заднем... Мир, да. И уже несуществующий центральный рынок. Эти два фонарных торшера, которые стоят перед входом, лестница. Ну и в 1985 году цирк закрывается на реконструкцию. И, собственно, вот я хотел поговорить о том, как это все происходило, как разрабатывался этот проект и почему, собственно, старое здание было снесено. Вы знаете, все вот, ну вот жизнь так складывается, вот все объекты, очень многие связаны с приключениями. Это тоже очередное приключение. И заблуждение в какой-то степени. Даже здесь где-то пишется, что написано «Реконструкция театра на Цветном бульваре». Так было в титуле. Титул вы не знаете, что это такое, Госплан вы не знаете, но это кто... Проходят жизнь, это страшное заведение. Титульный, получение титульного списка и текст его имел решающее значение для всего последующего. Так он везде и числится. На самом деле, было все, что было снесено, перемещено на 3 или 4 метра направо, перенесено было все. И, хотя числится, что фасад якобы исторический, и зрительный зал якобы исторический. На самом деле все не так. Это, но связано с этим здесь. Но мне для моей жизни важно то, что я познакомился с Юрием Никулиным. Так что работа с каждым театральным крупным деятелем, я фрагмент рассказал, кусочек вам из всех наших историй с Натальей Сац, их можно говорить часами. Вот. Второй сюжет у меня был с Юрием Владимировичем Никулиным. Тоже непростой сюжет. Непростой. Человек очень сложный, очень пробивной. А без пробивного нельзя, и он бы не выжил. А в чем особенность? Он сумел получить, это был 80-й год и 79-й год, он получил валюту, разрешение на строительство здания за иностранную валюту, что было, в общем, абсолютно немыслимо в условиях советской власти. И он это дело добился. Правда, был потом перерыв, мы потеряли на этом года два, потому что он получил сначала 20 миллионов долларов, получил. Ясно, что на это дело было построить невозможно, потому что провели... Вот впервые я тогда участвовал в составлении тендерной... Нет, уже не передать. Ну, еще раз, тендерной документации, которую все, кто сейчас хоть как-то сталкивался с практической работой, знают, такие тендеры. И получение выигрыш фирмы. И фирмы финские, которые должны были строить, потому что валюта была не просто инвалюта. Строительная фирма «Полар», насколько-то вот я помню, Polar, справки. Да. «Полар». Ну, там несколько было. Три фирмы конкурировали. Три фирмы. Недавно я узнал, что это на самом деле одна фирма, три дочерних фирмы конкурировали с друг другом, морочили голову нашим этим внесутрудним порту. Вот. Так что это обычное явление. Ну вот, и денег не хватало. И он пошел тогда уже был не Косыгин, а Рыжков. Рыжков, такой председатель министр, это был уже Горбачевское время. И он, ну,
не принять Никулина не может никто. Понимаете, Никулин, он приходит, рассказывает анекдоты. Нам приходил всегда анекдоты эти, рассказывал, рассказывает анекдоты. И в результате все решается. И он тоже пошел, его принял Рыжков, рассказал анекдоты, чай с баранкой им попили. И он им прикинул 8 или 10 миллионов долларов прикинул. Вот тогда, вот в этот момент, вот, собственно, мы и начали все делать. Тогда сделали, вот я тогда, а в это время уже, что ж произошло, детский музыкальный мы уже кончили, делали МХАТ, я делал МХАТ на, сейчас, Камергерском переулке. Я напомню, что в тот момент еще была реконструкция МХАТ имени Чехова. Это адовая работа. Никакой творческой, конечно, интереса, но меня кинули на эту работу, потому что у меня есть опыт строительства в Москве объектов. Уж САЦ поработал, работай с остальными. И там был коллектив, я только на усиление, так сказать, на какой-то там был брошен на это, но года два на это потратили. И одновременно вот начали делать вот этот цирк, делали цирк. Вот это и есть первоначальный вариант. Был задуман так, вот эта арка, свободно стоящая арка. Видите, в плане видно, вот квадратные штучки такие вот здесь, темные штучки. Нет, вот арка, вот впереди, нет, портал организовывался, вот этот вот. Свободная арка стояла просто. А в конце вот лестница, там хитрость такая, что, ну, цирк вам никому не приходилось делать, наверное. Там, особенно там решается все, подвоз тележки, на которую слона нужно вывести, слона, и он должен попасть, ну все, это обязательно на метр двадцать попасть, выгруз машины, высота кузова машины, так? И он должен попасть в слоновник. И поэтому все от этого идет. И так здесь получается обязательно лестница. Перепад уровня Цветного бульвара и вот эта лестница, но эта лестница сейчас так. Половина лестницы у нас здесь, а половина, кто был в цирке, вы обратите внимание, там часть лестницы вот эта очень высокая здесь, и дальше продолжается лестница. Вот, а на этом строится. И вот эти, вот видите сейчас, вот, ведь орнаменты арки есть. Вот здесь была арка свободная стоять, а вместо лестницы мы делали такую, придумали беседку. Беседка, как бы изображающая цирк, круг. Цирк ассоциируется с кругом. Видите, здесь беседка даже. А в нее вот лестница в плане круглой, на которой мы преодолевали вот этих первых 2,5 метра, даже или 2 метра преодолевая. Дальше идет как... Ну, в итоге Никулину категорически это не понравилось, потому что он, наверное, психологически прав был, потому что он говорит, я хочу сохранить старый фасад, как он был. На самом деле этот фасад никакого отношения к истории не имеет. Он был построен в 1954 году. Построен этот фасад был. И потом вот эта дурацкая, вот эти самые две стоящие... Светильники торшеры, вот, да? Нет, светильники, ладно, с ними. Вот эти две лошади вот с гербом, так? Там целое приключение вокруг этого было. Вот, и вот этот фасад заставил нас сделать все-таки фасад. Но мы всем историкам и всем журналистам говорим, что это тот же самый фасад. На самом деле он совершенно новый, на другой отметке, и другие рисунки профилей, другие пропорции и так далее, и так далее. Так далее все по-другому. Ну, а ведь у нас слабо... Жалко, здесь же журналист, я что-то ерунду говорю какую-то, нельзя. Дело в том, что все, что учить журналист, тоже нельзя, потому что все есть категория людей, которые не имеют не только пространственное воображение. И за многие годы мы поняли, что важно не то, что ты показываешь, а важно, что ты говоришь в обкоме партии или где-то. Очень важно, надо говорить. Вот, отвлекусь на такой пример. Наталья Нестас владела этим блестяще. Мы сдавали в 1979 году, был впервые объявлен день
Школьник, что 1 сентября, что день знаний, да, есть, знаете, такой день. Да, есть, конечно, такой день. 1 сентября, и решили сдать театр. Договорилась с Гришей, что он приедет, и будет сдача. И мы примерно последний месяц, весь август провели в этой грязи, там все это сдавали, и в итоге сделали фойе, постелили там ковры, зал, а за кулисами был кирпич, все это было. И когда пришла комиссия, приехали из горком партии, они говорят, ну что еще нужно, Наталья Ильинична, сделать, чего здесь не хватает? А там как, все не хватает? Нет, мы ей говорили, ну скажите, то-то, то-то. Нет, она правильно сказала. Я хочу во дворике, чтобы елка росла. Потому что мы будем детям украшать на Новый год елку. И действительно, ей привезли елку из Нальчика. Трейлером 15-метровая елка, она до сих пор там растет. Понимаете, важно проявить силу. Силу такую какую-то неожиданную. Так, вот она это умела делать. Вот. И вот поэтому здесь как сказать, что сказать. Вот. И то же самое, я думаю, что это Юрий Иванович Никулин, владея всей этой технологией блестящей, он вот это самое сказал, что нужен эмблему и нужен фасад. И потом эмблему. Эмблему у нас, мы заказали эмблему, я хорошему скульптору заказали. Сводил я эту Никулину мастерскую. Там он сделал эскиз, литье, чего было из бронзы. И он должен быть не стоять, а на консоли быть и так далее, всякие. Но он сказал, да-да. Потом я узнаю, что прошло какое-то время, полгода. Эмблему заказали финном. Точную копию вот этой эмблемы, которая сделана из кровельного железа. Она, правда, сделана сейчас уже не из кровельного железа, получше качество. Все, ну, в общем, образец был из кровельного железа. Ну, а вот за то, я хочу сказать, интерьеры все, в том числе зрительный зал, никак не коснулась рука посторонних. У меня есть объекты, которые касались или посторонние, или в результате совместной работы, коллективной работы, своими много плюсов, и она неизбежна в артурном творчестве, а вот имеет минусы. Бывает, коллектив начинается волей-неволей выравнивание всего. Вот. Вот такая, вот зал сделан, он изменен диаметр сильно, увеличен на 3 метра диаметр, потому что вроде сохранилась вместимость, 1800 как был, но там стояли скамеечки, люди сидели в 40 сантиметров, то есть проходы были ненормативны, поэтому, чтобы соблюстить 1500, мы должны увеличить были диаметр, и даже специально сделали, вот посадили за колоннами зрителей, чтобы сохранить интимный характер, потому что эти колоннады, которая была, она сохранила уют такой. Мы решили сохранить все, но внести, конечно, какие-то изменения. Ну и вот, переходя к соседнему, да, сооружению, это проект на Трубной площади, который так и не был реализован. Театр «Катастрофа». Да, расскажите об этом поподробнее. Я немножечко сориентирую наших зрителей. Это комплекс, который должен был располагаться на углу Петровского и Цветного бульваров. Недалеко, по той же... вот здесь цирка, здесь. Вот да, здесь, по той же линии, где, собственно, располагался бывший центральный рынок, ныне еще кинотеатр «Мир» и, собственно, цирк. Это... Сейчас построены жилые дома и восстановленные дома. Этим мы занимались театром с 1968 до уже кончилась советская власть. Мы продолжали. Вот этот вариант, сделанный самый последний, сделанный в 1992 году. В 1991-1992 году, когда делали последние попытки построить на месте это филиал Малого театра. Но все это дело не удалось, хотя начали ложить котлован,
Ну, за 25 лет это что-то удалось. Мы сделали огромное количество вариантов. Но это, я не знаю, я рассказываю это, до утра можно рассказывать эту историю. Это рекорд мировой, 25 лет, и ничего не построить. Так что это все это, друзья. Но, это тем не менее, да, такой проект существовал. Нет. Не все просто о нем здесь нет, знают. Там десяток вариантов существовали. Один вариант мы даже делали совместно с Михаилом Васильевичем Пасохиным. Тогда он был главный архитектор, министр наш архитектурный. Так, самый большой начальник. А если вы помните, вы историю, может, не, нет, театр не знаете. Но так Царев был такой, Николай. Знаете, Царев, слыхали? Царев был, это был главный режиссер Малого театра, депутат Верховного Совета и всего, чего можно, и председатель ВТО, театрального общества, как наш сейчас Шумаков, примеры, такой только повыше рангом. Так вот, и мы с ним начинали, Но долго что-то не клеилось туда-сюда. Он хотел в таком-то стиле, в другом стиле, в другом. Потом выходили постановления, запрещение строить театр, потом восстанавливали, потом опять запрещали, потом менялся участок. Надо, когда мы строили, участвовал на основное время, консультировал нас Михаил Васильевич Пасохин по просьбе Царева. Считал, что из-за этого мы ничего не выходит. В этом месте было все снесено. Его предложение снесли на противоположный, где театр какой-то, я не помню, как театр там сейчас. Театр есть. Это. Что? Театр сносилось, да. Потом Трубная площадь, где наш диплом был, сносилось. Ресторан «Узбекистан» вроде оставлялось. Сделалось эспланада, и здесь грандиозный дом ставился с фасадом туда. Ну, так такой вариант, и другой. Ну, десятки вариантов, все пробовали. С охраной памятников менялась ситуация, что надо все сохранить или полусохранить. Вот здесь этот вариант, который вроде окончательно даже охрану памятников убедился, можно сохранить. Все жилые дома сохранили, сделали. Но потом все это рухнуло, интерес Малого театра тоже пропал. Им построили филиал, отремонтировали, ну, заново построили практически. Там, в Москворечи, на Ордынке. На Ордынке построили филиал, и они удовлетворились. Ремонт сделали основной сцены, на этом все кончилось. 25 лет. Ну и, наверное, к самому тоже такому грандиозному проекту, который начинается еще в советской эпохе, с последних лет, и, собственно, продолжался уже в течение вот последних 20 лет. Это большой такой, да, целый комплекс, который располагается на Красноходской набережной. Вы здесь, наверное, уже узнали и в одном из этих вот макетов, вариантов, и Дом музыки, и, собственно, то, что было реализовано. Вот расскажите о нем, как он формировался, как он проектировался, как возникла идея построить на Красных холмах вот такой вот огромный комплекс. Зародилась идея тоже, как все в нашем деле, все эти объекты, они с ним связаны с полуполитикой, со всем чем-то случайным этого ряда. Но был, ну это вы все знаете уже, и не буду, это Ельцин стал первым секретарем горкома в Москве, так и Ельцин решил, а тогда новый стал главный архитектор Москвы Леонид Васильевич Бавакин, он ему поручил как-то реорганизовать этот район и, главное, сделать конкурсно-народный дом. Народный дом такой. Это было до революции. Решили, так сказать, немножко революционные идеи уже после советской власти. Нужно что-то такое из того, из обшелого взять что-то. Народный дом. Проектировать, наверное, был конкурс. Ну, конкурс, как все наши конкурсы, они или не дают результат, или рассыхаются, как с конкурсом, я думаю, что на месте гостиницы России так рассосется. Так? Вот. И вот такая ситуация заглохла.
Заглохло все это дело, денег нет, ни до этого, ни Ельцину, никому. А Ельцин уже к этому времени и не стал Ельцином. Так, значит, все, и был создан Союз театральных деятелей, и там был новый драматург Шатров, если знаете, помните пьесы «Дальше, дальше, дальше», Михаил Филиппович Шатров, он стал секретарем, пришел к нам в главопу. Я тогда уже работал какое-то время, немножко работал чиновником главопу. Он пришел к нам с Вовакиным и говорит, что давайте сделаем международный театральный центр. Ну, сказали, давайте что-то сделаем, попробуем. А денег, ну, дед, мое дело, говорю, достать денег. Вот мы, то есть с тех пор, это был 89-й год. Да, Ельцина уже не было, это 89-й год. Так, мы с тех пор начали искать деньги. А у него была хорошая связь у Шатрова с Горбачевым. Горбачев ему сказал, ты давай все, но кроме денег. Деньги ищи сам, ищи деньги. И мы стали, и вот здесь началось знакомство, у нас знакомство со всеми нашими прохиндеями, в том числе и современными, Гусинским, Березовским, Березовский чай пили мы с Березовским, очень милые отношения были с ним, потому что мы пытались, чтобы он деньги нам достал. Мы, конечно, не понимали, что деньги не он должен давать, а мы ему должны давать, но это мы тогда еще не понимали. Помню, по предложению Березовского мы встретились с одним каким-то, я забыл сейчас фамилию, богатым человеком, как бы богатым человеком из Канады, пришли к нему в гостиницу, шикарный номер, мы и Леонид Васильевич Вакин с нами, все наша компания, мы туда пришли, накрыть стол хороший, все, дают подарки, и только говорит, показали мы какие-то, вот этот макет, кажется, показывали, вот это, что-то мы сделали тогда уже, такой просто на энтузиазме, просто так. И он говорит, ну, все это бедно, надо делать так, как можно дороже. Шикарно, вы же понимаете, что вы строите, а сейчас вы поезжайте в Канаду, вас там примут хорошо, и там вы договоритесь подробно все. Мы поехали в Канаду. Это было еще при советской власти. Лангусты ели, еще что-то, всякие там, все это было восточно. Потом выяснилось, что они никакие не богатые, а просто они получают письмо, что вот такое им хотят сделать заказ. Стоимостью примерно, скажем, 20 или 50 миллионов долларов земля может быть отведена. Под это дело они получают кредит 2 миллиона долларов, так? И исчезают. А мы, как дурачки, все это, и вам тоже придется в жизни все. Потом нас повезли в Америку, потом повезли в Германию. Один прохиндей больше, один меньше, все примерно с тем же результатом. Пока не кончилась советская власть, все это дело рухнуло, и мы остались ни с чем, то есть почти ни с чем, с очень важным. Мы остались ТЭО, которое нам сделали, ТЭО заказало Министерство культуры, заказало, мы какие-то там гроши что-то им сделали, макеты, папку туда-сюда, и потом и сыграло решающую роль, когда это уже при Лужкове пришел Лужков, и мы сделали, появилась фирма «Энка», которая сказала, что мы беремся вам все это финансировать, но только не концертный зал, не всякие театральные штучки, которые нам абсолютно не нужны, а нам нужны те, которые дадут нам деньги. Коммерческие помещения, кто это сейчас знает, офисы. И вот тогда еще было, да, было заманить, надо было людей заманить, в первую очередь Лужкова заманить, он стал уже тогда мэром, да, уже стал мэром, тогда уже, 93-й год, он стал мэром, и вот тогда была Башенки, мы ему сделали Башенки, первый, внесли 20 миллионов долларов, эта фирма «Энка» внесла на строительство этих башен, вот в первой очереди, и начали строить. Быстро построили эту первую очередь, Лужков ее открыл,
нам фирма продала, тут же эти все фирмы продала, получила кредит на следующую очередь, тех строили, и наконец в 2010 году мы все построили. Вот стоит строительство. Но это уже строилось за деньги. Дело в том, что Москва вступила в это акционерное общество и имела каждый год от этих офисов свой процент. И на процент от этого начал строить вот этот Дом музыки. Сейчас окупился уже Дом музыки, все. Вот это в процессе строительства мы его построили за 18 месяцев. А как вот возникла архитектурная идея? Я помню, что вы говорили о том, что была идея как бы создать такой своеобразный крепость. Я думаю, что здесь видно. Вот видно, что мы... Какая задача? Нам нужно было, чтобы нам свободно в художественном отношении, свободно как-то компоновать на идеи. Мы решили отгородиться стеной, то есть воспроизвести, как бы построили раньше наши монастырь здесь построили бы, стену отстроили от города, потом сделали главный собор этот наш, статический вот этот центр, Дом музыки сейчас он называется, и башню сделали в виде гостиницы. А на море, на реку мы все открыли, это естественно, открыть все. Так что мы как бы старый прием сохранили, где хотим, этим башням подчеркнули, что это как бы образ старый, а здесь все новое. Внутри в этой площадке прекрасно видно, кто был в Дом музыки, тот, наверное, обратил внимание, что из фойе открываются прекрасные панорамы на центр города, до Кремля, на Новоспасский монастырь, на воду. То есть эффект... Это, я считаю, что, я не могу сказать, что здесь все детали, все нравится, не нравится, не та задача здесь. Здесь задача построить комплекс градостроительный. Вот это была главная задача. И на каждом этапе в жизни хочется что-то одно, другое, что-то достижение. И учитывая, что уже здание-то к этому времени было построено какое-то количество, всем показалось, а где мы работали как раз, это наш состав примерно одной компании, вы их все знаете, с Дмитрием Сергеевичем Солопов недавно умер, Юрий Петрович Гнедовский, Маргарита Гаврилова, может, вы ее даже знаете, она сейчас профессор архитектурного института, и Сергей Гнедовский тоже. Вот мы в такой компании, мы это все это делали, и у каждого свое, конечно, тот хочет то, другое, и я считаю, это очень хорошая работа, что позволяет каждому, кто там работает, что-то себя как-то уже проявить. А главное, что мы сделали хороший градостроительный комплекс. Независимо, как его там, кто там ругает, кто-то говорит, башню плохо, что видно с Красной площади. Почему плохо, я не понимаю это дело, потому что, так у нас сейчас принято, так кто-то выше, ниже. Там, хотя за Москворечье все из башен было построено башнями сплошь. Так вот, мы решили так, что нам здесь колокольня тоже не помешает. И все это, я думаю, что он держит сейчас и зал, и башня держит весь комплекс. Я напомню, что еще Владимир Дмитриевич построил это уже из работ 90-х годов постсоветский, это театральный комплекс «Мир Хольда» на Новослободской улице. Проект, который был реализован, Остановитесь там. Вот в каждом объекте есть человек, понимаете? А здесь Фокин. Слыхали такого режиссера, да? Mm-hmm. Наверное, кое-что внутри в зале были. Тоже вот хитрый человек, очень умный человек, так? Вот ему нужно было, вот эта зеленая штучка только, ему нужен был зал. И немножко центр Мирхольда называется. Но к этой пуговице пришит пиджак. Пиджак в виде офисов и в виде гостиницы. Курировал это дело. Мы здесь чай пили, там нет еще что-то. Это Прохоров такой есть. Слыхали, наверное, есть современный человек. Это Прохоров, самый великан такой. Он помогал, финансировал это. И принадлежит все это Прохорову. Но зато он кинул кусочек там
10% кинул вот сюда, сделал Фокину, сделал вот этот центр Мирхольда. В противоположной стороне тоже принадлежит центру Мирхольда. Здесь что интересно, мы впервые сумели две стороны улицы застроить вместе. Вот здесь вот метро. Метро это... Получился довольно редкий для того времени ансамбль. Ансамбль, да. Вот здесь, кстати, Николай Иванович нам помогал, как главный архитектор. Он тогда стал уже главным архитектором Микротранса, а мы здесь строили над выходом, над туннелем, над спуском, над метрополитеном. Поэтому у нас здесь не удалось создать подземных стоянок. Здесь-то есть подземные, а здесь нету. Так что, ну вот такой вот ансамбль удалось создать. Помогал очень... Ульянов нам, по-моему, был приезд союзных деятелей, благороднейший человек, помогал всем, кроме себя. Он был главный режиссер тогда театра Вахтангова, так и не достроил, умер, так не достроив ни черта в себе. А вот нам помог. А здесь вот у нас был товарищ Лернер, здесь помог Фокина. Вот там на этой постройке его убили. Ну, бандитская ситуация. 90-е годы. Да. Я вот еще знаю вашу постройку, совершенно замечательную. Видел только ее фотографии, но я думаю, что вы сейчас о ней расскажете. Дело в том, что вы, Владилен Дмитриевич, проектировал не только в Москве и на территории бывшего СССР, но у него есть еще замечательная постройка зарубежная. Это бывшее посольство СССР, ныне Российской Федерации, в Габоне. Очень замечательное здание. И вот расскажите, почему уникальная биография, хорошая постройка. У меня все время какие-то приключения. Это здание, это мне подарок. Подарок за трехлетнюю работу с Ильей Сергеевичем Глазуновым. Слыхали такого? Глазунов. Буквально несколько дней назад у меня отголосок этой истории, почему я сейчас вспомнил ее так. Начну с конца. Я был в Сочи этим летом. Мне звонят с работы и говорят, срочно надо какую-то работу сделать в здании Академии, в Глазуновской академии на Мясницкой. Так, знаете, да? Что-то сделать. И только вы можете, потому что у вас вы работали с Глазуновым, он никому не доверяет, вы должны туда-сюда помочь, все это. Я приехал, пошел туда, там все помощники, они туда-сюда довольны, так наговорили. На самом деле все это ерунда полная, но потом по той причине, когда он узнал, что хотят меня свать, чтобы им помог что-то сделать, он сказал, нет, я с Красильниковым работать не буду. И слава богу, мне повезло, в жизни он отвязался от меня очередной раз. А здесь я влип основательно тогда. Это был 82-й год, 81-й. Он был приятель Громыко. Громыко такой был тогда, член Политбюро, министр иностранных дел. Так? И он поручил... Глазунов, я не знаю, как это возникло, не могу судить. В общем, по крайней мере, было сказано, что поручено Глазунову проектировать посольство в Мадриде. Так. То есть вот художнику, не архитектору? Художнику, конечно. Что, при чем есть архитектор? Это нет. Конечно, художнику. Все он, значит, это все поручено было. И он, естественно, пришел министр культуры пришел России, министр культуры предложил нам взять. Хотя разрешение Совета министров на проектирование посольств за рубежом имел только Моспроект 2 во главе с Михаилом Васильевичем Пасохиным. Но Михаил Васильевич Пасохин сказал, что Глазуновым работать не хочет, так? И было, а я с ним тоже не хочу работать с Пасохиным, он сказал. Я буду работать сам с собой. И пришел к нам. И он привел с собой сотрудника. Кто кончил 2-3 года до этого, кончил архитектурный институт, не архитектурный даже, он, кажется, кончил МИСИК, землемерный, что ли. Неважно, кончил. И он поручил ему с ним делать. Нам приказано было. А мне, как главному администратору, так и гипротеатру, это поручено, естественно,
отвечать за эту работу. Они работали, а я отвечал. Ну, такая бывает, это все в жизни бывает. И, но как компенсист я два раза ездил в Мадрид туда, утверждали проект. Я тогда познакомился хорошо с системой согласования проекта, что такое кадастр, что такое правила застройки, что нас оттуда с треском вышибли из Мадрида, потому что у нас... Все было не соответствует, как МИД все не знал. Получил участок, не узняв кадастровые правила, выгнали все, мы там переделали, не они переделывали. Ну, потом все путем хитрых интриг мне удалось этот проект отдать снова Моспроекту. А Пасохин уже ушел оттуда, да, удалось его пихнуть туда, доделал уже там... такой был архитектор Климочкин, так, доделал это посольство. А мне в порядке компенсации за все неприятности скажут, хочешь, сделай сам посольство где-то. Есть какая-то страна, говорят, мне сказали, в Уксмида, мы не знаем и точно, где находится, но где-то в Африке. Оказалось, это прямо на 20 километров от экватора, в Западной Африке. Очень милая страна, прекрасный климат. В чем? У них самое холодное – плюс 18, самое жаркое – плюс 28, потому что это тропические леса, и там жары не бывает. Но влажность большая. Поэтому проектировать одно удовольствие. Во-первых, никаких утеплителей ни с той стороны, ни с другой. То есть у меня бетон 20 сантиметров. Больше нельзя, потому что по госбезопасности толще не может быть. Колонны вот эти 20 на 20 обязательно все прослушивается и так далее, и так далее. Прошел целую науку по защите этих зданий госбезопасности. Здесь есть назвал театр, я называю завод, завод в таком в дворцовом стиле, то это уже тюрьма. Это тюрьма в дворцовом стиле. Это абсолютная тюрьма. Потому что, вот видите, здесь это зал здесь, а здесь ничего нет, окон нету. А там же помещение, там службы все. Там службы, они имеют право на фасад, не запрещено, только внутренний дворик. А промежутки здесь, это, ну, у вас, ну, ладно, из МИДа нет, никуда. Там есть помещения, эти самые перемещения, шифровальщики. Шифровальщики – это страшная должность, потому что они живут не семьями, живут не выходя из здания. Их привозят из аэропорта в закрытых машинах, привозят туда и через 3 года увозят назад, так? И вот там есть помещение шифровальщиков еще. Совсем жуткое, жуткие помещения, темные. А остальные, даже куда же комната посла? Комната посла выходит во дворик. Нельзя делать комнату посла на верхних этажах, потому что они со спутника прослушиваются. Наверху вот эта эстакада, это там специальные антенны. Ну, я думаю, это нехуй все знают. Специальные антенны защиты от спутников. Потому что вот такая вот работа, такая работа. Ну, приятность, да, все приятность. Что сделали проект, его никто в архитектуру, вот здесь пример, где в архитектуру никто не касался. Вот службы из безопасности все внимательно просматривали, каждый миллиметр, чтобы был кто-то сидит вахтер, и даже кто вошел в туалет, кто вышел, все должно быть видно во время приема, чтобы никто не остался. Это все просматривается идеально, все внимательно, все. Как там, где сел посол, где сидит, где кухня, все это делается, просматривается. А Артур, твое дело. Это приятно. И, во-вторых, рабочие чертежи делали французы. Строили французская бригада. Я помню, что тогда это была французская колония. Да, она была французской колонией, да. Там французская, в общем, зона французская. И правда, охрана, два специально с Лубянки следит, как бетон положит. Я однажды настал, там был перерыв. Во время перерыва всех выгоняют, этих негров оттуда выгоняют, кто строители, выгоняют, проверяют все, как заливают бетон, как арматуру кладут. В
Все это проверяют сам тщательным образом, следят два человека за этим делом. Это все налажено было. Это еще строили в советское время, кончили здание. Когда у нас был? А, ну да, подписали Беловежскую пущу, подписали. И в это время сдали это здание. Так что он строил советское время, а флаг уже, видите, висит, российский флаг уже висит. Так что вот такая вот ситуация. Да, и рабочий чертежи, ничего, проблем никакой. Два раза я на один день, два, что слетал в Париж, где делали, приходил в мастерскую, очень милые ребята-архитекторы, ничего не спорили, слушали, как, что скажешь, прям идеальная обстановка, идеальная. Я думаю, что так примерно мыслится, что вот многие здесь, не дай бог вам, что вы будете работать также под руководством иностранных архитекторов. К этому идет, к сожалению, все. Ну и, конечно, качество, да, работы, оно отличалось существенно от того, что ну, строилось все, строго здесь. Все, да. Точно все. Я вот еще нашел одну вашу тоже проект. Это зарубежный проект, универсальный зал Национального культурного центра в Багдаде. Не зал, а культурный центр называется. Культурный центр с залом на 3000 мест. Тоже авантюра. Авантюры делали мы с Хусейном, встречались. Там все это было. Это до Габона. Это был 71-72 год, если написать 72 год. Зал на 3000 мест, универсальный зал, что возможность была и кинопоказы, и концерты, и конференции. Все это мы сделали, огромный этот проект. Сделали 300 тысяч кубометров. Вот тогда впервые мы с тендером подписали контракт на... Там просидели месяц, что мы в Багдаде просидели, подписали контракт на... за 9 месяцев сделать вот этот проект, за 9 месяцев. А мы не знали, что такое тендерная документация, как ее делать, и что такое, и рабочий, чем отличается тендерная документация от рабочего проекта. Но там нужно было, если кто принимал, нет, у нас сейчас почти никто не умеет делать, там нужно было сделать все спецификации, все объемы работ, материалы, выбрать фирмы, какие фирмы поставляют, все это делается. Это сейчас вы можете взять какой-то каталог, что-то сделать. Это тогда ничего не было, но мы все получили в Министерстве культуры немножко валюты, выписали справочники, работали там, наняли переводчиков, потому что надо было все сделать в 50 экземплярах, в типографии отпечатать, все перевести на английский язык, и все это в этих 9 месяцев. А если 9 месяцев нет, то опаздываете, штрафные санкции, санкции платит государство, а мы, конечно, при этом случае, конечно, заплатили бы безумные не только выговора, но и штрафы. Это невозможно было сделать. Вот так, что, так получилось, мы сделали, но, к сожалению, мы здесь промазали. Не мы, ситуация промазала. Мы опоздали все-таки на неделю, и этот материал весь послали не прямым рейсом, надо было послать Москва-Багдад. Я помню даже даты, помешали нам праздники 9 мая. Мы послали неделю позже, послали им его не прямым рейсом, а через Прагу. Он там в Праге провалялся несколько дней, и послали в Багдад, и в это время шла война с Израилем. На территории Израиля самолет был сбит вместе со всеми пассажирами, пассажирский самолет, погиб весь наш проект. В дальнейшем все, судьба начала все рассыпаться, и в итоге, ну, сложный процесс, проект мы так сделали, удовлетворены были качеством проекта, но не более. Так что мы построить его не сумели. Ну и последняя, да, работа – это дом то офицеров в Львове, который… Ну, подобрал, да. Специально подобрал, да. И вот только что вот прошлый год взорвали. Взорвали, да. Это было... То есть он не был достроен? Он не был достроен. Это строили мы в 79-м году, начали строить.
Его быстро начали строить. Возглавлял это Прикарпатский округ. Это был такой, вот недавно он умер, участник СЧП, генерал армии Варинников. Так, если кто помнит фамилию, это сейчас на слуху, он был здесь недавно. Так, вот он был командующий округа, он помогал нам строить. Все начиналось идеально, все как всегда хорошо. Но потом он его взяли в Афганистан, потом в Германию, потом туда-сюда, потом остановилось. Ну, до крыши мы построили. Он вот так был построен, так, без башни, без башни. Там ресторан видовой мы делали, без башни. Там хороший комплекс, зал универсальный на 1500 или 1200 мест, танцевальный зал для офицерских балетов, потом театр, театр, военный театр сделали там, сзади там был. Это огромный комплекс такой. Но, к сожалению, вот так его возвели. Без архитектуры вот это не было еще. Колонны стояли, лестница стояла, все. После советской власти они не знали, что с ним делать. И, как мне рассказывают мои там друзья из Львова, его прошлый год все-таки взорвали. Рядом было здание обкома партии. Обком партии тоже недостроен стоял. Обком партии его... Его достроили, превратили его, в налоговую инспекцию города. Да, приспособили его. Знаете, да, приспособили. А это не знали, как приспособить. Вот, и все. Да, напомню, что там проектировался новый такой ансамбль городской, и, естественно, поскольку все это начиналось в 80-е годы, превратилось в долгострой, но вот административное здание доделали несколько лет тому назад, налоговую инспекцию, все остальное, что там планировалось на разных этапах, да, строительство вот заброшено, было разрушено, ну, не так давно. Такая была дикая, конечно, идейка, немножко дикая, за городом создать новый центр. Кто во Львове был, прекрасный там город, прекрасный центр, но решили, как же там все это буржуазное, нехорошее, все это дело, построить новый центр, построить здание обкома, рядом построить дом офицеров для охраны, памятник Ленину должен быть, трибуны для демонстрации, а напротив стоял полк, полк военный, тоже так как рядом с Кремлем. Все там было продумано, но вот мы участники это были, авантюры. Ну все. Да, ну вы хотели, да, сказать вот, все, может быть, вы пару так... слов, или мы перейдем сразу к вопросам. Если есть какие-то вопросы, поднимайте руки, да. Нет, я еще два слова скажу. Да, пожалуйста. Скажу сейчас, что-то мне, я хотел что сказать, сейчас, ну и уже... Да, нет, хотел, кто все-таки в аудитории? Я, ну, этих первый ряд я вижу, так? Наш самый главный молодежь. Так, а дальше? Дальше, кое-кого я знаю. Так, а какой возраст какой-то? Хоть я, ну вот на заднем ряду, да, много молодежи присутствует. В какой степени молодежь? По отношению ко мне все может относительно, все. Ну, тут, да, нам софиты в глаза, да, светят. Самый вот... молодой, кто есть? Да. Какой возраст? Или окончание института когда, что? 24 года, ну. У меня в возрасте моей внучки. Да. Вот есть 19 лет. 19. Ну, а все кончили институт или не кончили институт? Или не все архитекторы? Что? Какого? 77-го года. Да, кончили институт? Да, да. Так, есть кто-нибудь, кто проектировал и строил уже в новое время? Есть? Коттедж или хоть что-то? Да? Есть, да? Признавайтесь. Да, ну, есть, нет, ладно, такие? Это, он еще понял. Это я спрашиваю. Это пошутил. Хорошо, да. Так, ладно. Ну ладно, более-менее. Так мне, например, просто аудитория хотел знать. Не, тогда не буду что-то рассказывать, аудитория так более-менее понимающая. Ну потом что-нибудь в конце. Ну скажу. Тогда перейдем к вопросам. Давайте, если да, у кого-то есть вопросы, то с радостью. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да отсюда. Да, отсюда как, можно? Как? Можно, но я слышу, я слышу. Да, да, спасибо вам большое за увлекательную лекцию. Это действительно интересно. Это не даже, ну, все равно, за встречу. Я же 40 лет преподавал в институте, как что студент узнал. Скажите, пожалуйста, что вы не построили,
что вы не что бы вам хотелось построить из того, вот сейчас, может быть, что-то вам очень хочется сделать, где это сделать и что? И второй вопрос. Вот что вы думаете по поводу жилищного строительства сейчас в современной России? Вот вся вот эта многоэтажная гонка. Спасибо. Значит, я так понял, что я бы хотел бы еще построить, да? Нет, да, то, чего я не построил, у меня много. Я половину человек запроектировал, я не построил, понимаете? Но еще мне кажется, повезло, хоть половину я построил. Нет, больше, нет, я меньше, чем половину, если считать конкурсный проект, все меньше, конечно. Что бы хотелось? Конечно, ну, уже не реалистичная мечта, конечно, сейчас бы вот хотелось бы, чтобы, если было бы какой-нибудь крупный объект, довольно сложный по начинке, по технологии и, естественно, ответственный в архитектурном отношении. Но уже не тот, который вы построили сейчас, вот этот российский культурный центр, когда там много объектов разных, а хотелось бы так, чтобы он был таким образом, чтобы его можно было действительно... руководить стройкой, понимаете, все-таки опыт какой-то собрался, особенно введение вот сложных объектов, связанных с различными фирмами, с различными отделочными фирмами, материалами, все, и введение всех вот этой переговорной стороны. Вот такой был намек у нас на объект, но, к сожалению, он не получился. Сейчас у нас завершили. Вот несколько дней назад из Ярославля там концертный зал мы вроде построили, а вроде нет. Ну, так как-то не поймешь, что какая-то ерунда получилась. Ну, в общем, там большой все-таки зал на 1500 мест, второй зал на 400, еще что-то. Ну, все перекосяк в результате этих тендеров, которые вот с 94-го закона, который практически по нему ничего нельзя и в тендер выиграть, строит кто попало и за какие неизвестно какие деньги. То есть, что бы хотел, попросил, как бы за рубежом пришло. Пришел ко мне бы заказчик и сказал, я бы хотел, чтобы ты мне сделал такой-то дом. Вот я даю тебе там сколько-то, 100 миллионов долларов, вот строй. И хочу сделать то-то, то-то. Вот если бы так, уже не получится. Так не получится. Ну, кому-нибудь, может, из зала получится. Я желаю успеха. Что касается жилищного строительства, я занимался немножко в 60-е годы, конкурсы участвовали, делали жилье. Так профессионально я жильем не занимался все эти годы. Я вот занимался вот тем, что я занимался. Вот эти все, со всякими интересными, сложными заказчиками. И, кстати, то, что я работал в советское время все время с заказчиком, на мой взгляд, мне легко было войти в новую полосу, когда работа с заказчиками все время. А я все время так занимался. Потому что в советское время, когда делают театр, не тот, который числится заказчиком, главфукс или еще какая-то ерунда, где там числится. На самом деле хозяин театра является заказчик. Его воля – закон. Вот так, как и сейчас. Так что это было. Но поэтому я не могу строго сказать. Что касается общей тенденции застройки, как ужасно было у нас строительство крупнопанельное домостроение, даже ужасно новое, мне кажется, панельное, то, что окружает Москву и другие города, вокруг строится это дело, то было ничего там, них и украшений, а сейчас одни какие-то якобы украшения архитектуры, трудно себе понять, что это такое. Хотя, конечно, жилищное строительство самое ответственные, самые сложные, но, к сожалению, это, если хорошо тогда, когда ты знаешь, для кого ты строишь, понимаете? Вот как жилье? У нас, к сожалению, ситуация, как в советское время было, неизвестно для кого, абстрактный заказчик, и сейчас человек строит жилье, вот сейчас я много приходится бывать в Сочи, там очень много жилья строится, но она строится, кто-то покупает, богатый человек, покупает, строит эту башню,
кто там, никто не живет, стоят пустые, то есть не для конкретного человека. Поэтому, с другой стороны сказать, нельзя ли, как сейчас говорят иногда, вот даже Медведев иногда говорит, что надо коттеджи строить, застраивать коттеджи, но это тоже глупость совершеннейшая. Трудно себе представить всю страну, застроенную коттеджами. В Америке это строят, конечно, так, но там другая система, там нету коммуникации. С нашими коммуникациями все, я думаю, что страну можно разорить на этом деле, если так строить. Так что, в общем, я, конечно, сторонник индивидуального домостроения, если так в целом. Но в разумных каких-то масштабах. Как, не могу ответить. То есть это вопрос правительства. Хорошо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Большое спасибо за очень интересную веселую. Вопрос такой. Вот вы учились в 50-е годы, да? Когда? Вы учились в 50-е годы. Да. Ну, мы знаем, что это было время, когда был там неоклассицизм, ну, в смысле, что в классике вас преподавали. Вот мне интересно, как вам преподавали ваши преподаватели? И буквально после того, как вы закончили институт, пошло, значит, другое время, 60-е годы, да, и вот как вот вы как-то перестроились? Ну, вот немножко вот об этом сейчас времени. Ну, нормальный, естественный вопрос. Потому что, ну, начну с маленького сюжета. Ну, вы не знаете, ну, такой был Николай Варфоломеевич Баранов. Баранов это был, он был, ну, тоже интересная личность. Он был в свое время главный архитектор Ленинграда. Было такое еще в истории, хорошо учили, вряд ли, конечно, было ленинградское дело в 1948 году, когда там Сталин вырезал всю ленинградскую партийную организацию, а Баранов, как главный архитектор, сослали в ссылку. Он был в ссылке в Казахстане, где-то, кажется, или в Ташкенте. Вот. А потом, после смерти Сталина, как бы реабилитировали, и он был назначен председателем, нет, зампред Гострой. Гострой – это главная фирма, которая все согласовывала, все типовые, все проекты. А я окончал в 54 году и делал диплом. И он был назначен председателем ГЭКа. Это ГЭКи не те, которые сейчас, я часто тоже сам бываю председателем ГЭК, но мы такие демократы, мягко, это все ерунда, как сейчас. А тогда это была зверская вещь. И он, особенно он зверствовал невероятно. И я сделал тогда, это был 54-55 год, но тогда вернусь прямо к отвечаю на вопросы. Руководитель у меня был Мовчан Геннадий Яковлевич. Так. Он сам из конструктивистов жил в доме, построенный собственным домом, так и с плоскими крышами, горизонтальными окнами, такие домики сделал. И, кстати, он пока, когда Корбюзье приезжал в Москву, он с братом они их проектировали, Владимир Мовчан. И там он показывал эти домики и показывал, как им казалось, что Корбюзье это должно понравиться. Вот. Потом в 1935 году была создана Академия архитектуры, и началась перестройка в классику. И надо сказать, что перестроились в классику очень грамотно. Дело в том, что если вы знаете историю немножко архитектуры, то... Я не вижу, можно, да? Я ничего, да? А, можно так, вот. А, вот хорошо, спасибо. Значит, и... что в самом конце перед революцией ведь был модерн, а потом перешло в неоклассику, да? Помните, да? И очень многие наши архитекторы 30-е годы знали это все, так? Ну, не говоря о Желтовском, Иван Александрович Желтовский, который с детства это занимался и был самый главный знаток итальянского ренессанса, особенно в Флоренции, знал, блестяще знал, как никто, может быть, даже в мире, так? Вот, и была школа, и Мовчан был аспирантом Академии архитектуры, была аспирантура при Академии архитектуры.
И они чертили ордера, знали хорошо классику, Грецию. Он мне как-то чертеж один, к сожалению, я не сумел вытрогать, подарил. Он чертил чертеж, маленький чертежик сохранился. Он тоненький карандашиком, только капители прорисовал тоненькие линии, только под лупу можно было смотреть, делали чертежи. Никакой компьютер современный так сделать не может. Так, вот чертежи. Это было урок. У них прекрасные педагоги были, там Гольц, еще что-то, Желтовский, все преподавали все это дело. Так что они были, все блестяще это знали. Но, с другой стороны, конечно, с каждым годом после войны все превращало, как обычно, часто у нас бывает, в такой маразм приходил. Хотя здесь много зданий, классики есть, современные классики построены 30-е годы, я думаю, что лучше, чем в мире тех. Тогда ведь мода была, из Соединенных Штатов небоскребы в классике строили, знаете, все это дело. Вот это да. Но у нас была хорошая классика, но вот Мовчан никогда сам, никогда в классике, то есть таких классистов в таком, ну, как бы, в обрыв, ну, такой в казенной классике ни разу не пошел, кроме однажды ему пришлось, он мне показывал так, так спрятал, никому не показывал, он в Кемерове обком построил с колоннами, с гербом, ну, надо было, он заработал, надо было, построил такой. Ну, в общем, не делал никогда. И мы начинали все в классике, естественно. В классике я сам в течение 2 лет вечерами ходил с своим товарищем. Мы ходили в мастерскую Желтовского, помогали им что-то делать. Вот у меня есть башня на Смоленской, у меня есть чертеж, я помогал им, чертил башню на Смоленской, чертеж, калька такая у меня есть. Потом что-то, практику проходил на строительстве ипподрома, все это дело, и хорошо знал людей всех из мастерской Желтовского. Это, ну, специфическая атмосфера, идеальная атмосфера, работа ночами, все, все это прошли, все это дело. А вот, начиная еще постановление вышло, запрещение излишеств, вышло, если не ошибаюсь, в 55-го года. В ноябре 55-го года. А мы институт кончили в июне, но уже проект я делал. Проект делал я. Квартал где-то в районе Химок, в речном вокзале, делал. С плоскими крышами сделал. Делал. Потом там в одной этажности, с пристроенными магазинами, с детскими садами, как обычно, все делается микрорайон. Это уже Мовчан сообразил, что это делают так. И моими руками вот это было сделано. И когда это вынесли на защиту, да, и мне не повезло, я ходил все время на защиту диплома своих старших товарищей, смотрел, они доски, тогда доски делали 3-4-метровые. Ну, помните, нет? 4-метровые доски. Тогда же не делали метр на метр подрамники. Кстати, подрамники метр на метр мы придумали в 61-м году, в нашей группе я участвовал в придумывании этих подрамников метр на метр с рисунком на одну доску, на другую доску. До этого это было просто и в голову не приходило тогда. Один из первых таких... Нет, он еще делал с рамкой Сергей Бархин, он делал музей у нас в группе. Нет, а там, по-моему, такие вот. И вот, а я делал маленькие подрамнички, и все дом в одной высоты, и Баранов выступил и сказал, что и надо гнать защиты, что это конструктивизм. Конструктивизм невозможно, вытерпеть его невозможно, это надо гнать. Несчастный Мовчан встал, защищал меня, спорил с ним, говорил, что окна этим самым, ну, знаю, окна горизонтальные должны быть, а у меня не горизонтальные, а квадратные. Все. Была дискуссия, спор страшный был, да. Вот ответ. Вот, да, но уже кинотеатр сделан в 56-м году, и вот здесь, а есть, наверное, вот где-то? В картинках нет, к сожалению. Как? В моих картинках он есть точно. Сейчас, да, покажем отдельно. Он есть, да. Есть, покажем.
нет, пока я буду рассказывать. Я уже в 1956 году мы сделали в абсолютном конструктивизме стеклянные фасады, все делали уже совершенно в другом. И, в общем, это, честно говоря, вот, ну, Тульский театр мы сделали уже в таком стиле, а все портики тогда еще делали. Тогда с портиком классический театр делал. Тогда это был вообще... Только нам помогла Фурцева. Когда мы Фурцеву показали, она сказала, пусть так будет. Нет, это вот первый, это мой студенческий. Вот он. Вот видите, план такой. Это немножко, ну, не самый последний, но это почти конкурсный, похож на конкурсный проект. Видите, стеклянный вестибюль. Наверху оболочки сделаны, какие-то косые проходы. Ну, все такое формалистический проект, да? И вот его на конкурс было тогда. 400 проектов было на конкурсе. На картонках мы делали. Выставка была в метро Киевское. Тогда было закрыто метро. Они еще покоробились, влажа высокая была, кривые планшеты. Вот этот кинотеатр. Вот. С очень этот интересным названием «Голубой пингвин». Да, потом все мы называли... Нет, мы потом жили на этом деле, жили. Жили потом на этих конкурсах, зарабатывали что-то. Зарплата была 90 рублей. 90 рублей зарплата, а там заработаешь еще по... 3-4 тысячи, сделаешь 2-3 варианта кинотеатров, все получишь, какую-то премию, и клубы еще делали, все это жили. Мы, там веселое время было, вот это до, примерно до 60-го года это было. А потом как-то это все рассосалось потихонечку. Все, жизнь пошла в какую-то колею, и все. Да, пожалуйста, еще один вопрос. Да. Давайте, да, два вопроса. Угу. Но мой вопрос относится, наверное, к предыдущему. Скажите, вот вы наверняка интересовались зарубежной архитектурой, начали своей творчества. Вот о чем именно? И какое из направлений 60-х годов, например, или, может быть, позже вас привлекает, вам нравится? То есть я не понял, что зарубежные архитектуры. Ну, скажем, вот выставка Корбюзье, которая сейчас идет, так? Я с огромным удовольствием сходил, потому что смотришь выставку, каждый чертеж, буквально. Все мы знали наизусть. Там есть в одном месте, в другом, туда и внутри. Все вот эти чертежи, которые там показаны, все это было у нас на столах. Были чертежи, были фото, как бы, ну, откуда-то из иностранных журналов. Потом был Артур Дежердей, был такой журнал. Его, ну, иногда за рубеж можно было его посмотреть за рубежом, но трудно. А копии делали, ужасные копии, перепечатки были черно-белые у нас, так? Ну вот мы что-то пользовались. Потом я скажу, что первый раз я выехал за границу, тогда считалось все-таки за граница, мы осенью 56-го года. Вот мы получили деньги, на эти деньги я съездил Польшу и Чехословакию. Первый раз там увидел демонстрацию антисоветскую. Все это было интересно. Да, да, пожалуйста, еще один вопрос. Интересно было посмотреть, у вас сохранились первоначальные эскизы Дома музыки. Знаменитого вот этого. А что именно? Сохранилось, естественно, все сохранилось. А вот интересно просто, почему стиль Туркменбаши так пошел в Москве? Это был приказ Лужкова или же это... А при чем Туркменбаши, непонятно. А это стиль Туркменбаши. Вот если а почему вы решили? Туркмени были, не обязательно, были вы там или нет. Я в Ашхабаде был десятки раз. Вот очень даже строили, похоже, да, вот на стиль дворцов и в Узбекистане, и в Ашхабаде тоже. Общий вид покажите. Общий вид покажите. Туркменбаши ни при чем. Я при Туркмен, как его, Ниязова, я несколько раз с ним разговаривал, так? Но он тогда был еще первым старевым ЦК, и он был нормальным человеком. Как бы.
уже потом во что он выродился, это уже после, когда его власть отпустила, советская власть, и вот он там и безобразничал, и все это делал. И почему он делал купола? Купола делал не он, а турки ему делали. Турки все делали. А почему турки делали купола, если могу тоже сказать. Ну, это второй вопрос. В курсе. В курсе, почему купола? Почему мы купол сделали? Вот это вопрос. Вот вопрос. Вот я вам рассказал, что эта композиция связана, что это имеется стена, имеется, так? Монастырская стена, монастырская или кремлевская стена, имеется колокольня и имеется центрическое здание. Центрическое здание. Центрическое здание, потому что оно держит ветобъем. Но если, ну, не знаете, теория Желтовского, статический центр, так, в их композиции, почему он не с краю, именно оно где-то, хоть ему не очень удобно бывает дойти до него, так, но специально сделано в центр композиции построен. Так, в центре стоит круг мощный. Круг самой статичной формы, естественно. Больше, лучше, чем квадрат. Поэтому мы с самого начала мы решили, все первоначальные варианты, там были шестигранники, всякие восьмигранники разные, но всегда была статическая форма. И там с куполом таким, с куполом другим, но все статическую круглую форму, естественно, накрыть каким-то единым куполом, создать статику. И никакого отношения это к архитектуре мусульманской не имеет никакого. Единственное, что нам, у нас не было там вот этой наверху шпиля, не было. А почему такие колонны тогда? Сейчас, это другой вопрос, колонны. Значит, шпиля не было. Это изобрел Зураб Кенцеретели по требованию Лужкова. Это было. То есть, там никогда не было у нас фиксации. А колонны, колонны, это мы просто образ мы хотели... Извините, да. Да, алло. Что? Я в доме архитектора не могу, не могу. Так, колонны, ну как, почему колонны? Потому что ордер какой-то нас так, мы мыслим, пластически делали, вроде это и ордер, а вроде не совсем ордер, немножко шутливый такой, вот все, как культурное здание, почему такой? Специально так, вот вы правы, нарочно так сделано, чтобы не было тектоник, это декорация вокруг. А, то есть вы хотели хохму создать такую? Ну, что-что? Хохму. Ну, хохма, мне не нравится это слово, да, не из русского языка. Ну, что? Что? Ну, нет, это культурное здание же, поймите, вы это же, если бы это обком партии было, другое дело, может быть, да? Вы хотите колонну врузить, понимаете, у вас мысль, купол, значит, его надо держать, да? Вот в этом-то вся и соль, вот в этом, понимаете, вот... Конечно, колонны абсолютно не нужны, но нам достали огромные, конечно, не нужны. Держался бы, но... А это вот создать вроде и классика, да не классика. В этом же хитрость. Вот, понимаете, есть ну, тонкость вот здесь, но в искусстве. Вот здесь тонкость сделать не совсем по правилам. Сделать по каким-то своим правилам. Вот в этом, я считаю, здесь имеется свой... Ну, если вы хотите, это я не у меня есть, под, кое-что нет, не опубликовано это дело. Да, вот здесь, если вы, хотите, можете прийти. Нет, здесь нету. Подборка, да, в 10 залов. А кто из вас вмешивался вот, в принятие? Вот в колонны наши практически никто не вмешивался. У нас вмешивался, здесь, наверное, нету, здесь нет. Здесь нет. Дело в том, что... Хватает, а нас вмешивался, Лужков вмешивался, но не за, никак не связан с этим ордером. До таких деталей, к счастью, мы научились не допускать посторонних.
Нет, здесь нет. Если хотите, приходите к нам в мастерскую, я вам все покажу, старый вариант. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к Новой Москве и что тогда будет с Новой Москвой? Это один вопрос. И второй вопрос. Вот как вы видите, как вы чувствуете, возможно ли дальнейшее развитие российской архитектуры в связи с интегрированием в мировое сообщество наших архитекторов и с тем информационным свободным доступом, который дает интернет? Потому что, по сути дела, какая-то информационная изолированность вашего поколения, она как раз и дала те шедевры советской архитектуры хорошие, которые мы имеем. Я недавно даже по этому поводу написал довольно большую статью, скоро, я надеюсь, будет она опубликована, так, которая называется «Что дает нашей архитектуре глобализация культуры?». То, что задаете вопрос, теснейшим образом связано с проблемой глобализации культуры, не только экономики, и в первую очередь меня волнует глобализация культуры. Но я отвечу на первый вопрос. Недавно здесь была выставка проекта «Парк культуры отдыха». Знаете, там была проекта. Меня попросили от Академии прийти что-то выставить. Я не хотел связываться с этой историей. Ну, прихожу, там сидят очень мало народу, и, как я выяснил, корреспонденты какие-то сидят, так? И, ну, решил, зря, конечно, решил что-то сказать, так сказать. Выхожу и говорю, вот вы, корреспонденты, пишете, что большая Москва развивается туда-сюда. Вы как, искренне пишете? Или просто потому, что вам зарплату платят? У меня такое ощущение, что вы или сами не понимаете, что пишете. Я хочу вам по секрету сказать, вот в этой аудитории, что вся наша профессиональная, независимо от властей, смеется над этим. Вот пример буквально, что я вам сейчас говорю, так и сказал. Смеется над этим. Идея сама нелепая, идея в основе, и, наверное, никогда в жизни и не будет реализована. Не будет реализована. Теперь, а еще перенос центра. Я перед этим был на слушании в Думе, было слушание. Вот Виктор Николаевич был там, да? Вот, и это слушание, которое показало, что... Да никто не собирается сюда переезжать. Никто, это глупость совершеннейшая, переезжать не собирается. Вы видите, в Кремле стоят башенные краны. Для чего они стоят? Стоят башенные краны рядом с Василием Блаженным. Что, какие-то дураки деньги вбивают сейчас, а потом они переедут, что ли, да? И эти самые, помните, эти самые депутаты, никто не хочет никуда ехать. Смешно. Так, вот так примерно сказал. Там была Клима, знаете, помощница, знаете. И говорит, что вы наделали? Меня завтра с работы выгонят. Что вы говорите всякое? Вы думаете, что вы говорите? Я говорю, ну я не хотел ходить. Все, извините, все, и ушел. То есть вот мои отношения. Я сказал, да, сказал мои отношения. Да. Ну, последний, самый вот короткий, да, вопрос. Нет, я еще не ответил на вопрос. Еще, да. Нет, пожалуйста. Я ответил на вопрос еще глобализации. Так, вот этот вопрос. Я считаю, мы переживаем очень тяжелый период. Так, вы сказали, что мы могли, как бы, жили как-то самостоятельно, архитектуру звали, потому что мы не знали, что делается за кордоном. Это неправда. Мы все отлично все знали. Информация у нас была. И у педагогов, и студентов, сами худо-бедно ездили, а если не ездили, журналы смотрели, тоже не слепые, так все знали. Но у нас был совершенно непригоден был строительный комплекс. Мы с помощью Никиты Сергеевича Хрущева попали под строителей, так? Под госстрой, туда-сюда. У нас строительный отдел ЦК руководил, так? И мы все время сели... Это как бы в такой подстроителей, с вытекающим отсюда последствием. Мы могли хорошо придумывать, вот сейчас задавал молодой человек про колонны. Мы никогда бы эти колонны в жизни даже нарисовать мы могли, но сделать не могли, потому что итальянским гранитом каждый свой уровень другого профиля сделан, выточен. Потом вот эти сделаны на заводе лавочки. Неужели не отпустили бы кто-то в лавочкин завод? Ну, вы
Невозможно представить даже, мысли не возникло бы. А мы вот пошутили, так, решили пошутить и пользуясь, что возможностью нам сделали. И так, поэтому мы были в тяжелом все время положении. Так, но самостоятельно мы, конечно, хотели мыслить. Сейчас есть ужасное время, но мы же сейчас бьемся все время во всех этих собраниях, все, что мы, в общем-то, опасность, что мы открытие вот этих дверей, что вот эта связь, что у нас будут иностранные архитекторы работать, а если придут иностранные строители, они придут иностранные архитекторы, то они начнем мы делать, становимся, как по крайней мере, европейской архитектурной провинцией, глухой провинцией. Потому что если приедете в Германию, ну я Германию даже хорошо знаю, так, любую, ту и другую, так, то это все на то, что мы хотим построить, мы хотим построить как массовое строительство Голландии или Германии, так, и мы будем счастливы. Вот я, Виктор Николаевич, напомню один сюжет, как это был, помните, вы выставляли на Дедала, свой очень красивый, круглый, скошенным домом. Помните, был? Да. Что рядом была гостиница? Была из Саратова, что ли, да? Висела. Гостиница висела. И у меня, а я был в жюри там. Была стычка страшная. Помните, да? Там висел, а там был в жюри, Гнедовский пригласил, как его? Игерата, голландец. И в жюри еще был, и был Стоилов. И там я сцепился с ними. Говорю, вы что, с ума сошли эту гостиницу давать? Это же в каждом голландском городе это есть. Смешно. А это здесь предлагается пластика. Так? Я Виктор Николаевич не рассказывал, зачем, не нужно. Сейчас на публике расскажу. Так, я сцепился с ними. Это есть предложение, форма есть, там пространство. Я не видел детали, не берусь судить. Но просто по композиции, замыслу. Самый главный замысел. Так, вот. Не туда-сюда на меня все набросились, кроме Стоило. Стоило говорит, вы с ним не связывайтесь. Вы его не оспорите все равно. Так, и мы с ним проголосовали против, а я все равно прошел. Так, вот мое отношение к западной архитектуре. Так, хотя сам я как бы родом оттуда, вы понимаете? Я себя думаю, ну нельзя же все время дублировать одно и то же. Весь мир навязывает. Китаю все навязали, Но я думаю, они долго не будут терпеть это все. Так? То есть я считаю, что если культура... Вы можете, вот смотрите, глобализация экономики, не знаю, может быть, не знаю. А вот если глобализация культуры, это гибель. Вот все дело по глобализации культуры. Каждый народ должен национально иметь какую-то культуру, потому что это связано с цивилизацией. У нас цивилизация не единая же цивилизация. Цивилизация не зависит, на какой плитке работает или на чем там паровоз ездит. Так? Не на это зависит. Зависит от общекультурных традиций. У нас есть, скажем, европейская цивилизация, есть у нас индийская, японская цивилизация, и, в общем, сформировалась за последние 1000 лет такая цивилизация российская, как цивилизационный центр. Есть он. И вот не всегда чувствуется влияние огромное, но оно есть, и не переборешь. Как его уловить? Не знаю. Не знаю, как уловить. Но если мы культуру сделаем, пойдет по глобализации, по линии глобализации, соответственно, архитектура погибнет. Понимаете? Погибнет архитектура. Но как это сделать? Потому что архитектура много зависит от строителей еще. Не так просто. По этому поводу я написал статью, почитайте.
Я художник декоративно-прикладного монументального искусства, закончила Строгановку, кафедру металла. И поэтому меня в этой связи интересует такой момент. Как вы относитесь к синтезу искусств? И вообще, есть ли перспективы развития скульптуры, живописи в театральном пространстве? Потому что во многих сейчас пространствах архитектурных эти искусства не задействованы. Это я все знаю, наверное, лучше вас. Дело в том, что я был все-таки 4 года главным художником Москвы. И связался с этим, я тоже был связан с этим. Так, у меня родственники, дочь у меня народный художник и зять народный художник, работают в монументальной живописи. Все. Так что я скажу, это гиблое дело. Гиблое дело. Сейчас гиблое дело. Самое главное, что я считаю, что вот актуальное искусство не относится к искусству. Актуальное искусство – это скорее это театральное или политическое искусство, еще. И я много раз в Академии художества мы это обсуждали. Про Академию художества как бы. Академия художества тоже в раскорячке сейчас, не знает, как себя повести. Я их призываю, что, взять компанию. Но они тоже не хотят компанию поднимать, потому что они не хотят быть такие, как с ними боролись в свое время. Все было монументальное искусство. Понимаете, вот здесь сейчас, а сейчас они сами стали уже консерваторами, волей-неволей. Потому что вот эти вазы из унитаза, которые делаются, все эти залы, там огромные деньги, вот что это такое? У меня есть приятели, хорошие отношения с этими людьми. Но это коммерческое какое-то предприятие вроде. Вот. А в архитектуру у нас исчезло у нас монументальное искусство. Ушло. Мы, правда, в Доме музыки кое-что сделали. В Доме музыки. Ну, это молодцы, да? Да, но это не с большим трудом. Так, я хочу поблагодарить Владилена Дмитриевича за прекрасный вечер, за то, что он пришел к нам сюда. И важная задача – сломить отрицательное, негативное и даже, я бы сказал, хамское отношение к творчеству наших архитекторов за последние 50 лет. Так, вот один случай расскажу, который только что сейчас я сидел рядом с главным архитектором Краснодарского края. И он мне рассказал несколько лет назад. В Сочи была встреча, есть такой Греф. Сейчас он управляющий Сбербанком, а до этого он был министром Минэкономразвития. Угу. Он сказал, когда подготовились к Сочи, Олимпиады, он ему сказал: ты архитектор, ну, не повезло, у тебя плохая профессия. Ну ладно, ну а как же Сочи собираетесь строить? У вас же нет архитекторов в России, нету. Ну а как же, ну возьмите иностранцев. Ну иностранцы я к вам не пойду, хотя бы студентов итальянских. Вот отношения. Так, отношения, даже скажу. Когда мы открывали в декабре 2002 года, в ближайшие дни будет десятилетие нашего Дома музыки, выступал Путин. И он говорит, как хороший хрустальный дворец построили. Спасибо нашим строителям. Вот уровень. И то же самое. Кто сейчас во главе поставлен Сколково? Знаете, такой Сколково есть. Сколково. Кто руководит? Руководит от имени нашего представляет. Представляет такой искусствовед, товарищ Ревзин. Кончил МГУ. Угу. И он говорит, каких нанять архитекторов, кого это, и помогает Медведеву организации проектировать строительство Сколково. Много не надо говорить. Вот причина, почему сломить надо. И это должна быть война. Угу. Мы на пороге состояния. Особенно, когда сейчас в ИТО мы вступили, строители будут, наши строители не выдержат конкуренции почти наверняка,
так, а за всеми строителями за рубежом стоят иностранные. При каждой фирме есть свои архитекторы. И советская архитектура, вот вторая половина 20 века, это была архитектура именная, то есть персоналия. За каждым личность архитектора стояла. В какой-то степени, конечно, всю страну покрыли совершенно массовым типовым строительством, так, которое скомпрометировало нашу профессию. Так, тем не менее, среди этого всего что-то были пробивались, жемчужины. Ростки пробивались. По этим ростки нужно показывать. Есть хоть какой-то возможность. Сейчас мы собираемся. Феликс Аронович Новиков организовал в Вене, организовал конференцию такую. Вот я еду 20 числа туда. Там по называется русский как модернизм. Русский модернизм будет конференция. Тоже, может быть, что-то поможет, что-то. То есть это такая как бы национальная и профессиональная самоидентификация, да? Вот цеховая. Ну, цеховая, конечно. Но она должна быть. Если она будет только цеховая, это будет самоуговаривание. Ах, вот как. Конечно, самоуговаривание. Нужно показать не только нам, другой профессии самое главное. К нам был съезд архитектурщиков в колонном зале. Никого не было. То есть нужна популяризация профессии, и опираясь на лучшие достижения. Обязательно. Мы должны иметь своих. Своих артуроведов, которые занимались современной архитектурой. У нас практически 2-3 человека занимаются. В этом трагедия. Нужно... А то, что как мне наплевать, я прожил уже, сойдет. Но вот тем как... не менее, вы издаете книги, это я очень большое. Именно для этой цели я. Не только подвести итоги, обдумать, потому что когда я не очень хорошо выступаю, не люблю, митингов не люблю, так, и оратор негодный, так, и я, когда пишу, я лучше пишу, так, и надеюсь, что-то там сформулирую свои мысли какие-то. Мы живем для вас уже, для молодых, все, потому что вы погибнете. Будет конкуренция, огромное количество архитекторов за рубежом без работы. У нас, к сожалению, последние мы годы увлекались изготовлением, много у нас всяких вузов, отделений открылось, далеко не все неровный уровень, и они склонны смотреть то, что делается на Западе, так? Угу. Так что это даже в нашем вузе было какое-то, бывает, иногда проскакивает, что вот хорошо бы сделать на среднеевропейский уровень, да это... Позор. Нельзя догонять. Надо идти по другой дороге. Не вслед идти, а идти по параллельной, по другой дороге. Искать другую дорогу. Вот это самый главный вопрос. Как ее найти, я не знаю.